Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о применении ландыша. Ландыш изредка встречается в наших лесах. Чаще всего его можно встретить в наших садах. Ландыш любит заполнять всю предоставленную ему территорию, и многие хозяйки его ругают, выбрасывают. Однако его можно применять с пользой для себя. Ландыш является очень сильным успокоительным средством и хорошо улучшает сон. Для того, чтобы его использовать по назначению, можно использовать как свежие листы, так и сухие. Если берем свежий лист, то нужно найти либо небольшой маленький листочек, либо половину большого. Вот посмотрите, вот он большой лист, его берем половину, либо вот такой маленький. Сухого ландыша нужно 1 столовую ложку измельченным. Заливается либо в свежем виде, тоже измельченном, либо в сухом, 1 стаканом кипятка. И настаивается 1 час. Принимается по 1 столовой ложке не чаще 4 раз в день. Если вам ландыш необходим для улучшения сна, применяет за 1-2 часа до сна 1 столовую ложку. Также этот рецепт можно использовать при гипертонии и отеках. А я желаю вам всем хорошего, крепкого сна и чтобы утром вы вставали бодрые и веселые. До свидания!